Я король мира! Да, ребят, всем привет, приветствую вас на канале Planet Home. Вот такая у нас с вами ЧСВ лестница, потому что для других моментов больше на нас не подходит. Поднялся, крикнул, почувствовал собственную важность, короче, что ты реально крутой, и погнал. А, ребят, ну что, значит, продолжаем с вами играть в наш Hold Your Own, и я застроил нам нашу печку. Я думаю, куда бы нам ее поставить, давайте где-нибудь здесь в углу мы ее бахнем, да? Едь. Да-да, вот так оно у нас выглядит, конечно, не совсем эпично, если честно, но... Однако, эта жопа у нас теперь может делать золото, может делать разные слитки и прочее. То есть в нее надо только закидывать дрова и разнообразные материалы. Так, по поводу дров, по-моему, у меня сейчас с дровами полная беда. Давайте возьмем парочку, сейчас срубим быстренько и попробуем... Ради интереса туда это все дело закинуть. Вот, а, значит, чем мы сегодня с вами будем заниматься, ребята? Сегодня с вами будем заниматься лутать остров и смотреть в поисках гвоздей для того, чтобы нам сделать нашу кровать, да? Для того, чтобы мы могли выполнить квест. Отлично. Все, я думаю, нам этого... Сколько у нас тут этих дровишек-то сейчас появилось? 9? Нет, этого мало, это реально мало. Нам надо что-нибудь чуть-чуть побольше. Вот, поэтому походим, пособираем сегодня лут, повыполняем задания, какие мы сможем с вами это сделать. И, соответственно, благодаря вам я узнал, что, к сожалению, то, вот на тот большой остров без лодки не уплыть. То есть на все острова можно плавать без лодки, а на этот большой, к сожалению, нема. Ну, нет так нет, как говорится, значит, будем идти по сюжету игры. Значит, где у нас супер наши материалы, которые нам надо переплавить? Так, ну давайте вот это мы возьмем, наверное. Вот это, да? Сейчас мы попробуем вообще закинуть туда это дело. Ну-ка. Слушай, а давай мы просто... А, слушай, так мы сразу же, действительно, мы же можем сундуки освободить от этой фигни. И сразу же... Так, угольный, я думаю, не нужен. Вот это мы заберем. Так, вроде здесь у нас... Так, это да, это... А, вот, слушай, еще вот эта штука. Вот, заберем и закладываем сюда. Так, дрова тоже сюда. И это сюда. Ну давай, сколько? 5-5. Максимум 4 штитка сделаешь, да? Ну давай. Вопрос. Что-то он не включается, зараза. Хотя нет, вроде включилось. Смотри, она горит, как бы, да? А почему-то огонек не показывает об этом. И погас. Но нет топлива. Нет топлива, в смысле. А, может, еще уголь туда нужен, кстати, слушай. Ради интереса попробуем. Да, нет. А, стоп, что это я туплю-то, ё-моё. Во, не прогрузилось оно. Так, сори, чуть-чуть тупо. Ну, ничего страшного. Так, это мы убираем. Обратно отсюда, я думаю, нам больше здесь не нужно. Горит 14 минут. Сколько он будет плавить по времени, интересно их. Так, это мы загрузили, значит, это мы... Так, а почему 25? Сделаем тоже на максимум. Купер у нас есть сейчас? Есть. 4 тоже. Итого потихонечку будет это все идти. А это у нас айрон. Вот, айрон. 7 слитков. Пускай будет готовиться. Кстати, песок из чего делается? Из камня, да? А, сент, ну это же песок, по-моему, да. Ну, думаю, он нам пока особо не нужен. Глаз, стекло разбито, я понял. Купер, все. Все, что надо, мы с вами загрузили. Пойдемте теперь исследовать, гулять. Так, я, значит, с собой сделал парочку стрел. Вроде. А вроде, да, 20, аж 27 штук. Давайте по-нормальному погуляем, посмотрим, что здесь на этом острове есть. И от этого будем уже с вами отталкиваться. О, кстати, патрончики, это хорошо. Так, значит, что у нас с квестом? С квестом у нас, короче, создайте кровать. Но чтобы нам создать кровать, получается, нужны гвозди. Гвоздей у меня, к сожалению, нет, поэтому нам надо будет сейчас их искать. Но было бы классно, если можно было бы как-то крафтить. Хотя, возможно, кстати, возможно, знаете, как это может быть все выглядит? Возможно, мы сделаем эту херовину. Да, и, возможно, здесь мы можем делать гвозди. Поэтому нам нужно сначала сделать 20 гвоздей и досок. Поэтому, как и ранее я говорил, отправляемся с вами на... приключения на поиски. Ну, естественно, кого-нибудь, может, по дороге подстрелим. Или этот, или кого-нибудь просто залутаем. Домики посмотрим какие-нибудь. Значит, по поводу... Ох ты, у нас там товарищ один стоит. И Михалыч еще. По поводу каковых замесов, я думаю, мы сейчас сегодня особо с вами не будем ни с кем устраивать.
Нам сегодня больше такая экспедиционная задача стоит, нежели... А это что за материал, кстати, у нас? Это железо, по-моему, да, если не ошибаюсь? Да, айрон. Ладно, не буду пока его добывать, нет смысла. Так, картофан у нас, я вижу. Заберем. Надо бы пакеты найти, пакеты вот. Я так понял, что эти пакеты у нас обратно не респаунятся, да? И вот это печально. Хотя, с одной стороны, казалось бы, зафигали, да? Они должны заново появляться. Они были однажды разбросаны. Но я просто к тому, что неправильно использовал парочку вещей. Я как бы побежал, как всегда, вперед планеты всей. О, кстати, вот это надо забрать однозначно камень. Вот, и начал сразу же строить без всяких вот этих квестов. Ну, видите, игра так еще сделана, что если ты выполняешь квест, точнее, идешь вперед без квестов, то она тебя обратно все равно, видите, подтормаживает. Но вот это непонятно, зачем было вообще сделано. Если я сделал кровать, если она у меня стоит, как бы, блин, нафига мне ее заново надевать по квесту? Ну, бред, откровенный бред. Просто выкинуть ресурсы придется, по сути. Так, ладно. Хотя нет, если ошибаюсь, ребятки, обязательно поправляйте. И если честно, если бы не было вас, я бы и не узнал о том, что действительно надо на корабле не доплыть до туда без выполненных квестов. Я думал, просто пока остров закрыт. Оказывается, нет. О, кстати, у нас парочка патронов есть. Мы, кстати, можем гопоту расстрелять. У нас, кстати, более чем достаточно для начала. Но, я думаю, все равно это мы сделаем чуть позже, не сейчас. Так, в приоритете у нас сейчас гвозди. Гвозди, которых у нас сейчас нет. Кстати, ну-ка давайте скушаем, может быть. На максимум, чтобы у нас вот это все не было. Так. Нет, это не то. Вот это... А, вон наверху, по-моему, стоит, да, пакет? Если не ошибаюсь. Нет, это не пакет. Это очередной у нас материал. Так, а что у нас здесь вообще-то еще-то есть? Дома мы с вами здесь уже лутали, да? Надо пойти посмотреть на ту сторону, на той стороне острова, что вообще происходит. Мы оттуда с вами так и не добрались, поэтому... Как говорится, why not? Единственное, что мы, парни, с вами забыли, это дом закрыть наш. Но я думаю, туда никто не придет и не зарейдит. Хотя, очень надеюсь, что в скором времени все-таки добавят хотя бы хоть маломальский какой-нибудь... онлайн-кооператив, потому что, ну, иначе это будет просто фейл. Иначе это будет просто фейл. Так, давайте, наверное, так сейчас сделаем, попьем. Все, на максимум выпили. Так. Слушай, а, по-моему, в этом доме мы были, да, если не ошибаюсь? Или нет? Это камень у нас, просто камень. Ку-ку-ру-ку. Забираем. Да, по-моему, мы здесь были. А, хотя, слушай, нет, пакеты стоят, значит, не были. Значит, мы здесь не были. Так, слушай, в натуре мы здесь не были, надо же это. Еще патронов там или камень прямо посреди комнаты, серьезно? Может, он какой-то бонусный, давай проверим. Нет, простое железо. Ну, давайте его заберем, чё. Не будем терять просто, да, зря уж так его. Пить. Кирочку поактивнее бы, чтобы работал. О, слушай. Фига себе заныкался здесь. Вот парочку, кстати, гвоздей мы намутили. Это хорошо. Это очень хорошо. Второго этажа точно нету? Да, точно нету. Так. Хотя, слушай, по-моему, здесь были. Вон медведь гуляет. Как раз-таки этот... А, да. Мы до сюда добежали, нас здесь убили. Точно, точно, точно. О, еще 11 гвоздей. Шикарно. Так, итого у нас их 16, да? Соответственно, нам хватает сделать кровать. Кровать, кровать, кровать. И на это хватает. Кстати, слушай, а мы можем прямо здесь сейчас ее сделать, да? Да, 19 секунд, отлично. Там, надеюсь, кость у нас висит. Сделать кровать, да. Значит, что у нас тут есть? У нас тут еще пару мешков лежит. Надо их тоже залутать. Яйца. Так, 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 вот тут... Опа, отлично. А, сдали квест, получили 3 яблока. Боже, серьезно? Нет, вот это серьезно, короче, пипец. Бум-б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 ум. А, окей, скушать одно яблоко нам надо, да? Ну, давай выполним парочку квестов сейчас здесь. Так, ну, надеюсь, Михалыч сюда не к нам не идет. Парни, только сейчас, короче, допекал, что вот это все активные квесты, которые нам надо сдать, короче. Ладно. А, давайте скушаем одно яблоко.
Отлично, получили йогурт взамен. Так, скрафтить фаргот. Фаргот, что это? Это, по-моему, та хреновина, которая... Вот это, да, по-моему, фаргот? Фордж, точнее. Да, ну блин. Мне опять надо этот меха сделать. Так, это что такое у нас? Loot garbage bag backup. Не знаю, что это значит. Скрафтить стрелы, кстати. Скрафтить стрелы — это не проблема. У нас, кстати, камни есть, а дерево сейчас мы нафармим. Это не проблема. Здесь большое возьмем деревцо. О, кстати, пакеты лежат, отлично. Блин. По-дурацки сделана игра, вот просто по-дурацки. Сколько там надо стрел вообще сделать-то? Так, хотя бы одну, наверное, надо сделать, да? Давайте сделаем на максимум. 25, нет, это много, давайте 5 сделаем, чтобы это просто время прилетело. Так, и заодно сейчас с вами здесь все пособираем. Что, да, мы здесь в натуре не были с вами, действительно. Забираем. Так, кровать, я думаю, сейчас с вами выкинем. Она нам, блин, не нужна. У нас с вами она есть. Так, стоп, что она не выбрасывается-то, зараза. Хорошо, если так. Теоретически, просто типа два разных места. Блин, а почему она реально не выбрасывается? Что за бред? Только место занимает. Can only одну штуку можно, окей. У нас одна штука есть. Так, что там по квесту у нас идет? 7 секунд еще, да? Ну, давайте дождемся, пока посмотрим, вот там еще мусор... А, нет, это не мусорка. Это не мусорка у нас. Здесь у нас пока что ничегошенько нету. Вырастает кусочек маленький, пошел. Ну, что там у нас? Стрелы готовы? Готовы. А сколько надо штук-то? Волвис. Quality. А, нет. Скрафти Archer Blow, арбалет, ё-моё, я думал, лук надо... Ой, это, эту штуку скрафтить. Так, ладно, давайте сейчас сделаем ее. Один. Как кровать-то выбросить? Нахрен... Так, вот это мне точно штука не нужна. У меня от пистолета запчасти есть. Кевлар, думаю, пока оставим. Эту мощь, наверное, выпьем. Короче, что мы не можем выпить, это мы выбросим. Так, мясо приготовим, давайте это скушаем. Йогурты, шимогурты, medical herbs у нас пока не надо, кстати, оставим. Плюс 5 здоровья на всякий случай. Так, погнали дальше. Погнали, погнали, погнали. Смотреть, что у нас тут еще с вами есть. Либо можно в сторону дома потихоньку... Опа, отлично, стрелы бонусом нам упали. Так, дальше. Крафтфордж это надо сделать нам, получается. Лут... типа, Sacred on the map. Что, найти по карту, что ли, или что? Убить охотника, во, отлично. А, кстати, Акилак... Так, это мы выполнили, да? Слушай, а если мы вот так сделаем? Странно. Найти еду. Ну, давайте найдем еду. Какую-нибудь кукурузу здесь, да? По-моему, где-то ее тут видели. Слушай, подожди, знаешь, что мы сделаем сейчас? Мы возьмем сейчас kill the Hunter. Стоп, где тут? Хотя, походу, мы... А, вот, Kill Hunters, да? Активировать. И здесь как раз одно тело гуляло. Сейчас мы его найдем и привалим. Отправим на боковую. Так, где ты был тут? Так, не мусорный пакет. И... И куда ты, Скотт, делся? Видел же, что где-то здесь гулял, да? А, вон он идет. Вижу, 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 вижу. Единственное, здесь, конечно, тематика стрельбы пока такой себе. Серьезно? Скотобаза. Жесть просто. Так, ну-ка сейчас мы быренько сейчас все запилим, создадим. Так, там убираем, убираем, убираем. Порох убираем. Так, давай сначала так, с едой решим вопрос. Так, сюда, сюда, сюда. Так, это убираем, убираем. Яйца, вода, кукуруза. Нет, не нужна. Так, что надо, дружище, с тобой? Все здесь хорошо у нас находится. Так, песок оставляем, это убираем, убираем. Пум-пурум-пурум-пум-пум. Так, топливо у нас где-то здесь было, да? Вот у нас здесь топливо. Так, пакет убираем.
Окей, пускай она здесь лежит, чтобы лишний раз не мозолило глаза. Так, стекла здесь. Кстати, давайте вот эту еще, давайте еще сделаем. Еще топливо подкинем. Так, мы можем, кстати, сделать еще алюминки, пачку. Пускай будет вот так. Синюю не сделаем, купер, наверное, тоже сейчас не хватает, да? А сент нам, в принципе, пока и больше не надо. Так, гвозди 6 штук со стакеля. Так, что? Locate and Evacuate Trader. Где мне найти этого чувака, интересно? Так, Forge. Мне сделать, чтобы его сделать, мне надо, получается, сейчас материалы, да? Посмотрим сейчас, что нам требуется. Ага, нам требуется одна вот эта штука. Здесь нужна кожа, блин, не вариант, конечно. А слушай, а проходи здесь, мы, интересно, ее поднимем ее? Типа поставим ее. Не засчиталось? Зараза, нет. Так, ладно. Погнали. Заодно, кстати, до лучше попробуем дойти. Может быть, заработала она или нет у нас. Ну, если нет, это печально. Значит, какие мы сейчас можем с вами сделать два быстренько квеста? Это первое сейчас убийство и найти еду, да? Сейчас в зависимости от того, кого мы тут быстрее увидим сейчас. Так. Сейчас пока силы восстановятся у нас. Так, а что такое? А, ножик нам надо сделать, да? Хотят, чтобы мы сделали ножик. Так, дерево и камень. Ну, это не проблема. Сейчас мы это быстренько добьем. Видите? Так, отлично. Ну, в принципе, найти квест это был... О! Так, там волк у нас, стоп. А у нас здесь квест зато на лут есть. Так, вот он у нас, activation. Сейчас проверим. Отлично, квест засчитался. Так, дальше у нас... О! Ножом, короче, сделать Kill Wolf или Media Strip using your hunting knife. Ага, то есть ему надо убить и разделать, в принципе, да? Ну, давайте попробуем из пистолета это сделать. Я думаю, должен прокатить у нас. Так, убили. Сейчас разделаем его. И чё? Где засчитывания нет? Опа, стоп. Воу. Ща, не бзди, товарищ. Зараза, вот это таргет-система дурацкая. Куда там его надо шмалять, чтобы его угрохнуть? Да господи, я ж попадаю в тебя. Отлично. Стоп. Мы его убили же, да, квест? Так, сет актив. Сейчас, ну-ка. Все, отлично, засчитался. Шикарно. Так, дальше. Fine food нам надо найти, получается, да? А это мы забираем, кстати. Единственное, что надо посмотреть, вот это почему-то у нас... Ага, вот добавилось хпшки чуть-чуть, отлично. Так, значит, скрафтить ту херовину, найти торговца, убить... крафтить... Так, ножик и... Костер еще надо скрафтить, да? Костер, для этого требуется камень. Сейчас камень где-то тут у нас целая куча, это, думаю, не проблема. Кстати, а что с патроном там? У нас патрон 24 штуки, да? Ну, более чем достаточно. Найти еду. Хоть какую-то и найти еду нам надо, да, сейчас. Это еда? Нет, это не еда. Где лодка-то? А, вот лодка. Че, заработала, нет? Нет, не заработала, зараза. Ну, ладно. О, блин, чувак, давай без его. Без воя своего.
Если можно. Если, как говорится, не затруднит. Слушай, а если я что-нибудь скушаю сейчас, у меня хпшка поднимется? Да не особо как-то она поднимается у нас. Не особо. О, это же картоха, по-моему, растет, да? Да. Патрончиков намутили. Так, найти трейдера. Вот это вопрос, конечно. Где он может быть? Так, нам нужен камень. Камень, 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 камень. Так, это нет, не камень. Тоже, блин, не камень. Ага, вон у нас гуляет чувак один. Сейчас попробуем. Надо просто по фасту заваливать. По фасту, конечно, 20 хп. По фасту, ага, конечно. Изи, блин. Так, кстати, заодно сейчас и камень заберем. Иди сюда, родимый край. Блин, сколько там камней надо было, не помню, по-моему, 5 штук, по-моему. Так. Теперь надо взять квест. Это раз, а во-вторых, взять инвентарь, да? А, стоп. Это железо надо, серьезно? Железо, железо, железо. У нас, по-моему, железо было дома, если не ошибаюсь. Хотя мы, по-моему, поставили на переплавку все, да? Да. А это значит что? Правильно, нам надо идти искать новое железо. Это, в принципе, я думаю, не так сложно, поэтому... Было бы странно, кстати, если бы мы делали бы ножик бы из камня. Это как бы нелогично. Хотя в этих играх все что угодно может быть. Так, у нас, по-моему, железо, да? Или это алюминий у нас? Айрон, отлично. Целиком его заберем. Так, и сделать ножик. Ножик, 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 ножик. Так. Крафт. Какие-то мешочки, может быть, что-нибудь такое добыть еще. Уголь, кстати, он тут у нас есть. Так, этот квест мы сдали, да? А, значит, нам надо убить этого хрена. А, кстати, костер. Костер, костер, костер надо еще поставить. Давайте поставим костерище. Так, сейчас требуется парочку досок еще, да, не хватает. Сейчас мы это дерево срубим. Хватает там, по-моему, нет. Да, крафт, отлично. Минута. Так, ну, кстати, на минуту надо, короче, где-то здесь пересидеть. Давайте, наверное, сейчас домой отнесем всю нашу жрачку, хавку и все остальное, да? А потом уже продолжим идти по нашим заданиям. А где же трейдер, интересно? Мне кажется, трейдер такое ощущение, что где-то на тех островах как раз-таки находится. Может быть, в замке где-то там сидит, фиг его поймешь. Но этот гад... Конечно. Хотя, с другой стороны, стоп, а интересно, что он продает-то? Если у нас дофига монеты, мы можем, кстати, из золота крафтить монеты, то теоретически можно покупать какие-то у него основные базовые вещи. И еще, вот это мне интересная штука. Стоит там ее делать, не стоит там ее делать, этот workbench, что он нам будет давать? Ну, какие-то по-любому вещи, может, гвозди начнем делать из железа, чтобы их не собирать. Но, скорее всего, так оно и есть. Так-то мы закидываем. Я, в принципе, вообще думаю, отсюда минералы все заберем. Абсолютно все. Так, так, так. Все, отлично. Квест мы сдали, да? Костер готов. Все, мы дело выбрасываем. Зашибись. Выбрасываем. Ну, давайте сделаем. А, стоп, а что нам его выбрасывать? Поставим его сбоку вот здесь. У нас будет два костра, две штуки под для готовки. Отлично же. Отлично. А то у нас здесь еды дофига. Сейчас мы попробуем, что состакается, то состакается. А что нет, ну значит нет. Так, кукурузу мы берем. Кевлар для брони у нас идет. Железо убираем. И у нас еще тут есть с вами цемент. Цемент, так, шкуры. Это убираем. Так, это у нас нигде нету. Песок, по-моему, песок где-то я видел. Да, вот у нас здесь песок.
Так, это у нас Animal Fat. Закидываем бутылки сюда. Ножик пока оставляем, я думаю. Вот так, вот эти тряпки тоже сюда выгружаем. Это тоже сюда. Ну и сок, наверное, тоже скинем. Все, мы полностью себя освободили. Дальше, что у нас с вами есть по квестам? Скрафтить эту хрень, найти этого хрена, убить этих хренов. Отлично. Ну, я думаю, ребята, мы с вами то, на чем можно делать в следующей нашей серии по этой выживалке. Отправимся вглубь острова, посмотрим, что у нас из этого все дела выйдет. Если ждать продолжение, обязательно... Обязательно подписывайтесь на канал и обязательно ставьте ролику лайкосик. С вами был Сережа Плей. Если есть комментарии, если есть подсказки, обязательно их пишите. Всех люблю, до новых встреч, всем пока.